прямую. Может, филировочную? Нет? Хорошо, все правильно. Надеваем основу. Далее надеваем филировочные ножницы. Теперь одним движением я начинаю понтировать. У меня срез получается по-другому. Обрабатывается мелко, грубо, мелко, грубо. Также, таким же методом можно, знаете, что сделать? Взять прядь, постричь и профилировать одним движением. То есть нет необходимости уже возвращаться. Я делаю одно движение и ловлю сразу двух зайцев. Но это еще не все. Вот смотрите. Теперь у нас просто ножницы смотрят влево-вправо. Мне, допустим, необходимо проработать, скажем, смягчить верхний затылок. Я приподнимаю какую-нибудь набору техники, да, работаю. И сверху же начинаю тренировать в таком положении. Либо я взял одну прядь, тушую, и эту же прядь сверху прохожу. Либо сбоку прохожу. То есть что-то создается новое. То есть можно моделировать, все зависит.